Дорогие друзья, здравствуйте. Добро пожаловать. Вот у меня программа «Елена Одесса». Добро пожаловать в усадьбу Зубовых, где состоится музыкальный вечер «Неизвестный Зубов». Впервые прозвучат юношеские произведения Василия Павловича Зубова. И на дружеском шарже Энна Гарвея изображен Василий Павлович Зубов, который учился в 16 году в 7 классе. И можно разобрать даже, что подписано. В.П. Зубов, знаменитый российский философ, эстет, психолог, невролог, гомеопат, исследователь плотина. А в общем, энциклопедия ходячая, хотя. Хотя по собственному выражению он не бельмес. Хотя по собственному выражению он не бельмес. И бельмес, то есть ничего. Да. И подпись Гарвей, друг от друга. И вы знаете, вот это написано, естественно, в 16 году. Когда было 16 лет. Когда Василию Павловичу было 16 лет. И вы, наверное, знаете, что Василий Павлович в 1900 году. А умер в 63-м. И, это шутливая характеристика ученика 7 класса. Ее можно назвать пророческой отчасти. Каким-то образом, в общем, сейчас, если мы откроем Википедию, то мы увидим, что Василий Павлович философ, историк, философии, историк литературы, я точно сейчас не помню, но очень близко и к тому, что здесь написано. И круг интересов Плотин вполне мог входить в Юрий, наверное, входил в его круг интересов. И действительно ходячая энциклопедия, действительно энциклопедист, это слово очень приложимо к тому, что сделал для русской культуры Василий Павлович Зубов. Я не буду сейчас говорить долго о Василии Павловиче, а просто расскажу, что как меня коснулось, как сегодняшний концерт состоялся. Было вербное воскресенье этого года, было утро, после литургии, ранней, в храме святителя Николая на Новосейке, ко мне подошла Мария Васильевна Зубова и сказала, мы встретились, даже не только не подходил, мы встретились, она сказала, а ведь нашлись сочинения моего папы Василия Павловича, не хотите ли вы их посмотреть? Я говорю, конечно, хочу. Представляете, дочка не знала, что папа сочинял музыку. Вот. И я говорю, конечно, хочу, но поскольку поедемте сейчас, Мария Васильевна, нас довезут, как всегда. Но вот именно в это время как-то мне было трудно, и мы решили отложить просмотр сочинений, я решил отложить. И примерно месяц назад я пошел к Марии Васильевне домой, и она показала мне музыкальный архив. И действительно, скорее всего, Василий Павлович Зубов сочинял музыку в юношестве. Вот эта его скромность, которая здесь словом не бельмеса выражена, она, конечно, очень ярко проступает в том, что никто не знал, даже ближайшие родственники, о том, что он писал музыку. В этот день я перед дверьми
квартиры Марии Васильевны, впервые увидел, я неоднократно бывал в этом гостеприимном доме, и впервые увидел характеристику Василия Павловича Зубова, данную им величайшим музыкантом Генрихом Густавовичем Мейгаузом, пианистом, учителем моего учителя Наумова. Генрих Густавович пишет, что он неоднократно играл с Василием Павловичем четыре руки, вот на одном из этих роялей, может быть, даже на этом, и чтение с листа. С листа читать музыку очень трудно. И мало кто даже из хороших пианистов, профессионалов это умеет. Так что было бы интересно и приятно читать с листа вдвоем. Чтение с листа Василия Павловича было замечательным. Особенно подчеркивает Мейгауз его интерес к современной музыке. И Мейгауз пишет, что мало кто из нынешних профессоров консерватории так интересуется современной музыкой. Ну что это могло быть еще? Шонберг, Вебер, Хиндемит, Стравинский в то время называлась современной музыкой. И сейчас это тоже называется современной музыкой. Вот. И действительно, вот такая скромность Василия Павловича привела к тому, что мы только сегодня вот эту музыку впервые все услышали. Наверное, конечно, она игралась тогда молодым Василием Зубовым, игралась с своими друзьями, может быть, какие-то были даже концерты, но все-таки вот, вот премьера, первое исполнение, можно сказать, в 21 веке, оно сегодня состоится, такое черновое, такое исполнение, мы хотим просто показать, что это такое. Мы выбрали не все, что там было, и в этих музыкальных произведениях программки у вас перед глазами. Я вкратце расскажу, что это будет. Примерно на час максимум, до 7 часов мы рассчитываем ложиться. Начнем мы с музыкальной поэмы «Иерусалим». Это один стиль музыки Зубова, который при первом знакомстве кажется таким немножко детским, инфантильным, и кажется, что человек просто еще немножко не научился писать музыку. Это только кажется, потому что потом выясняется, что это был специальный такой немножечко вот примитивизм. Он прекрасно понимал, что и в этом стиле, и в сложном стиле можно писать хорошую музыку. Вещь явно юмористическая. Она посвящена дядюшке Сергею Митрофановичу Грачеву и, скорее всего, музыкой изображает реальную поездку в настоящий Иерусалим вот кого-то из них, причем, скорее всего, и сам Василий Павлович, конечно, там присутствовал с кем-то. Есть на заглавном листе содержание, оно перепечатано в программке. Отъезд. Воспоминания о родине, буря в Яффе, флинт в Яффе. Встреча с бедуинами. Вы услышите, нужно будет пояснять. Возвращение на родину и финал. В музыке иногда встречаются написанные буквами слова. То есть это какие-то отголоски реальных событий. И этот прием, вы знаете, встречается в каких-то оперных клавирах. В то время в 19 веке были такие клавиры, где опера сводилась к двухручному, к клавиру без пения. Все пение играл пианист, и были какие-то прописанные слова. Это было очень популярно так идти. Музыку можно было играть и следить за всеми событиями. Вот. И у Ильи Сати, примерно в 13-14 годах, было такое же. Вот идет музыка, и вдруг какие-то слова. И вот что-то подобное присутствует в этом
произведении, которое сейчас прозвучит. Итак, и Иерусалим, сочинение Василия Павловича Зубова, написано «Музыкальдихтинг фон ВПС». И почему-то язык немецкий. В этом, ну, не знаю, я почему-то чувствую в этом юмор, но не знаю. Я уже так как-то чувствую характер Василия Павловича Зубова, может быть, я ошибаюсь. Я лично его не знал.
Пассе Шемин Иерусалим. То есть по-французски, как пройти в Иерусалим? Спрашивают бедуинов кто-то из путешествующих, вероятно, Василий Павлович. Ответ бедуинов. Баршиш! Трифорда и немецкий написано слово баршиш. Ну, то есть коричневые. Прелюд.
И мы видим, что, вот, например, мой ученик Валерий Харламов, с которым мы исполним сегодня четырехмышленную пьесу, когда услышал впервые эту музыку, он сказал: «Иван Григорьевич, это рослица», потому что очень такой известный в то время, потом забытый, а в конце 20 века возрожденный композитор Николай Андреевич Рослиц, невероятно так сказать, продолжавший новации сразу после смерти Скрябина, вот он очень похожую писал музыку, невероятно сложную, вот от такой какой-то простоты предельной, лапидарной такой, может быть, немножко ученической, уменьшенные септаккорды, изображение бури. Помните изображение бури в романе Толстого «Война и мир»? Наташа Ростова сидит в зале и слушает, как на сцене буря, аккорды уменьшенные септимы и тремоло. И вот это, здесь мы тоже слышим, аккорды уменьшенные септимы и тремоло. И вдруг
вот абсолютно самое новое, что было в музыке в то время. Следующим номером нашей программы вокальная музыка, а именно 5 романсов на слова Вячеслава Иванова, Константина Бальмонта и Игоря Северянина. И затем одна такая очень интересная вещь – это музыка к стихотворению. Декламируется стихотворение и звучит, ну, соответствующая ему музыка, к стихотворению Северянина, опять же. Дата написания романсов не везде указана, но это примерно 15-й год. Я буду читать стихотворение, написанное, на которое написана музыка, и мы с Еленой Золотовой будем исполнять одну вещь за другой. Потому что они не складываются в цикл, по крайней мере, непонятно, как они у автора складываются. Первая вещь называется «Роза огня». Стихотворение Вячеслава Иванова. «Если лишь раз видел твой взор огни розы, вечно в душе жили с тех пор огни розы. Сладкая мгла долго томит, глухой ужбур. Жди, расцветут, вспыхнув меж гор, огни розы. Стал фимиам, жертва горит, текут смолы. Жди, расквозят дымный затвор огни розы. Эти уста рдяным вином потир полный. Пей же, любовь, солнце раствор огни розы». Нежные мимозы,
оттенки Бориса, их темные сны, как сказочные лики испанской весны. И сад многоцветный, расцветший так пышно, гармонии и красок поет нам неслышно о стройном согласии своей тишины, о блеске цветущей испанской весны. Thank you.
две вещи на слова северянами. Версьез, то есть колыбельная песня, томление. Слова северяне, тоже прочту стихотворение. Я люблю тебя нежнее белой лилии, я пою тебе волшебный сказок фей. Я беру тебя больнее, весь во скрыле, в поэтическом молебне чародей. К груди грудь, во взоры взоры, вишни линия, не осилю. Ах, нет мощи, я в плену, мне мерещится озера и стомление. В них все глубже, все жесточе я там. Thank you.
Между бархатных полей и резких гор. Еду полем, там китайцы сеют рис, трудолюбием дышат лица, небеса ярко-синие. Поезд с горки сходит вниз, провожают нас раскосые глаза. Деревушка, из сердца вокруг стена, там за ней фанзы приземистые, лески. Жизнь скромна, тиха, убога, но ясна, без тумана русской будничной тоски. Пасть раскрыв свою, на нас смотря, дракон, что из красной глины слеплен на фанзе. Я смеюсь, мне грозный вид его смешон. Серо солнце, спит трава в сырой росе. Thank you.
на обратной стороне рукописи этого произведения мы обнаружили написанным бледным карандашом, видимо, тогда же, в 1916 году, мелодию какого-то романса. Вверху тем же карандашом, видимо, рукой Василия Павловича, было написано «Дебюсси, вторая поэма Мларне». Это была вокальная партия романса Дебюсси, которую Василий Павлович, наверное, переписал для певицы, с которой он исполнял эту вещь. Я так представляю себе, он купил эти ноты, некогда было делать копии, ксерокопии тогда не было, как мы понимаем. И он, видимо, просто переписал ей вокальную партию. Мы нашли этот романс. Было интересно, что за... Вот мы сейчас увидели, что за стихи читал юный Василий Павлович, что за стихи его волновали, какие стихи он хотел положить на музыку. А теперь мы узнаем, возможно, что за музыку он играл. Зачем же еще эта вокальная строчка в нотах? Тем более, что текст второй поэмы Маларме Дебюсси тоже связан с фарфором. И Маларме, поэт, который жил на 20 лет раньше Дебюсси, и в годы жизни 1842-1898, ровно на 20 лет раньше родился и ровно на 20 лет раньше умер. И вещь эта написана Дебюсси в 13 году, то есть буквально вот только-только это была самая свежая новинка, которая была, видимо, во Франции издана в 14 или 15 году. Зубов приобрел ее, и тут же французский он знал прекрасно, сложнейший символический текст Маларме он воспринял очень, думаю, уверенно. И в этом тексте речь идет о изображенной на фарфоре, вот здесь мы вспоминаем, опять же, фарфор, который был у северян, Гели, богини юности античной, Геба. И когда мы вспоминаем о Гебе, то сразу же мы вспоминаем стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь или играя, играет в небе, грохочет в небе голубом». И так далее. И четвертое четверостишье, которое часто в советских издательствах изымалось. «Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила». И вот это выражение тютчевское, очень смелое для того времени, «громокипящий кубок», выбрал для своего поэтического сборника никто иной, как, опять же, Игорь Северянин. Вот, может быть, все это в голове Зубова Василия Павловича, гимназиста, проворачивалось, не знаю. Я пытаюсь археологически воссоздавать, может быть, это своеволие, но вот почему эта маленькая, так сказать, карандашная заметка там написана, где он играл эту вещь? В каком-то из дневниковых, записей Зубов пишет: «Пошел в малый зал консерватории на обещанную Дебюсси, но не услышал Дебюсси». То есть его привлекала музыка Дебюсси, и удивительный человек. Например, в 19 году Мария Васильевна рассказывала мне тоже про одну из его удивительных записей. 19-й год. «Почувствовал голод, давно не читал стихов и не слушал музыки». А ведь ритм для души – это то же, что хлеб для тела. Мы чувствуем, думаем, что голод в 19-м году – это телесный голод, который наверняка тоже был. Нет, он почувствовал голод по ритму. Голод по ритму. В 19 лет, представляете?
И вот мы видим, что философ Зубов писал такую вот музыку, и вот эта вещь, вторая поэма «Малларме», сейчас тоже прозвучит как вещь, которая, скорее всего, исполнялась Василием Павловичем Зубовым. Я, когда пришел вот к Марии Васильевне, еще раз увидел это, еще раз говорю о том, что слова Нейгауза для меня бесценны, о том, что он прекрасно читал Листа, прекрасно интересовался современной музыкой и хотел понять, что делается сейчас, что нужно музыкантам сейчас. Вот вторая поэма из трех поэм «Малларме». Клода Дебюсси. «Дядя Сережа кавалерист», и посвящается этот марш вот его дядюшке Сергею Митрофановичу Грачеву. Сергею Митрофановичу Грачеву, с которым, видимо, он и ездил в Иерусалим. «Дядя Сережа кавалерист» марш, оригинальный,
четыре руки. Исполняет Валерий Харламов и Иван Соколов. Замуж за композитора, а могло и выходить.